Ребята, всем привет! В предыдущих видео я показывал видео минус RAV4, который для меня действительно был очень большой минус. Это на моей машине не было брызговиков. Второй большой минус я хотел бы отметить. Это, конечно, смотрите, да? Видите грязь, как закидывает из колеса. Это получается у нас вот в этом месте. Обратите внимание, что у меня нету брызговиков, ребят. Я заказал их отдельно, моя посылочка пришла, я хотел бы поделиться с вами. Ну и, конечно же, установить и посмотреть, как все будет смотреться. Ну, поехали. Итак, ребята, наша посылочка пришла буквально за 2-3 дня. Заказывал я в Амазоне. Цена вопроса 30,89 центов. Мне обошлись эти брызговики. Брызговики это китайские, так как здесь такой штрих-код, как мы видим, это Madden & Shina. Ну, как бы я считаю, что практически в нашей жизни все китайское. Вот, ребят, здесь вот получается, я заказал брызговики наперед и назад. Они идут как бы вот комплектом. Получается, вот задние, это вот передние. Ну и получается также отверточка. И вот еще одна вот такая маленькая. Они уже сразу идут в комплекте. И здесь получается у нас тут такие вот саморезы, шурупы. 6 шурупов. Вот, ребят. Ну, буду сейчас устанавливать. Установлю, посмотрю и поделюсь своими впечатлениями. Как это все было. Как вы помните, в моих видео я был недоволен, что их не было. Ну, давайте сейчас посмотрим. Итак, ребята, результатом я доволен. Как мы видим, я вот поставил себе брызговики. Вот так они вот смотрятся в данный момент сейчас. Вот как видим. Еще один вопрос, ребята. Как бы это брызговики, я купил их всего лишь за 30 евро, 89 центов. И вот как бы, смотрите, здесь вот такая вот щель. Как бы они не до конца, не прям уж совсем прилегают так конкретно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого так же, или оригинал то же самое идет, или как. Потому что я смотрел сегодня в Toyota, если мне заказывать эти брызговики, они мне обойдутся 70 евро. Я их купил всего лишь за 30. Вот, ребят, так-то результатом я очень доволен. Это все будет не забрызгиваться, уже плюс. Вот, ребят, как видим, да, вот на задних, что вот такая вот щелочка, знаете. Я не знаю почему, но вот она до конца как бы не пригодит. Все здесь, все отлично, все хорошо, но вот здесь вот это вот. Может, оно так и есть. По переднему могу вам как бы сказать, ну, как бы здесь тоже такая небольшая как бы щелка. Ну, передний еще пойдет нормально, как бы я ничего не говорю, вопросов у меня нету, а вот к заднему вот здесь вот, или может быть это я просто как бы уже придираюсь до всякой ерунды. Вот, ребят, вот такой был небольшой обзорчик моих брызговиков. Так что теперь мой бампер будет всегда чистый оставаться. Вот, ребят, все, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на мой канал, всем пока-пока.